И всем привет, с меня Александр Сачков. И сегодня, наверное, вы хотели увидеть видео третьей части, а ее, оказывается, не будет, потому что уже все завершено. Ну, в общем, ребят, мы создали в прошлых двух видео систему, по которой мы могли пользоваться, в общем, ну, тут, типа, заходить в интернет и типа того. Но я вам это не показал, потому что я очень долго над этим работал и все решил это не выкладывать, потому что я это все снимал. У меня где-то на 10 часов получилось видео, а YouTube такие видео не принимает. Не знаю почему, но не принимает. Возможно, не тот формат видео. В общем, ребят, в этом видео я бы хотел вам показать вообще, с чем мы работали. То есть, я вам не покажу те цифры, которые я вводил, потому что они есть только в другом видео, во второй части. Я ее не скопировал, не сделал, потому что это все вы должны выучить сами и сделать. В общем, ребят, в этом видео я только покажу вот то, что мы писали в первой части, и все вам расскажу. Итак, нажимаем. Вот это писалось в версии 1.0. В программе. Также не забудьте подписаться на меня ВКонтакте, 153-55-44-63. Добавляйтесь, принимаю всех, друзья. Так, в общем, смотрите, вот это вот мы все прописали в версии 1.0. То есть вот до сюда это надо все прописать, все сделать. Мы это все прописывали. Если что-то непонятно, можно это все посмотреть в первой части, как это все прописывалось, как это все. Вот это вот белое текст, то, что должно быть на белом тексте в первой версии. Вот это то, что на зеленом тексте, вот это, где начинается лоудинг, 100% там должно быть уже то, что на зеленом написано. Все это вы копируете и делаете. Так, в этом вроде понятно. Вторая версия. Так, во второй версии это были эроры. И как мы помним, если вы смотрели прошлые две части, то здесь были эроры. Все эроры надо скопировать и вставить в эроры. Понятно? В общем, все это очень даже просто и сделать реально просто. Так, это понятно. Так. Третья версия. Это версия скриптов. Его копируйте в версии 3.0. Это скрипты, написанные белым текстом. Ну, в общем, ребят, это все скопируйте, все сделайте, все это будет в описании под видео. Это все сделано. Вот цифры вы можете только посмотреть во второй части видео, потому что копировать я, ну, никак не мог скопировать, потому что я был не в системе Windows, а в своей системе. В общем, все получилось отлично, но показать я там не могу никак. Потому что я и так снимал через странную программу, которую дальше почему-то не снимал. Вы помните, да, там были три папочки такие, которые непонятно зачем нужны были, но нужны, видать. Там я долго занимался системой. Систему я все-таки сделал. Но дальше эта программа дальше вообще не работала в новой системе, потому что ее просто не было на компьютере. Так. Также я разделил жесткий диск на две части, то есть часть Windows и часть NuBus системы. Все, короче, мы сделали, все это понятное, все это очень даже просто. В общем, что я вам еще могу сказать? То что, ребят, заранее лайкните за то, что я сделал новый дизайн для моего канала, для моего контакта новый дизайн сделал. Теперь мой дизайн вот такой вот человечек, парень такой интересный. В общем, я буду его всячески раскрашивать в разных видео и всякое другое. Кстати, кто не заметил, но здесь видите, где половина его, я сделал типа это иллюзия, что он зачем-то стоит, например, там зачем-то синим, или он оттуда выпрыгнул как-то. Ну, в общем, как-то очень даже прикольно сделано. В общем, что я могу вам сказать? То, что если вам все нравится, все мои видео, обязательно ставьте лайки. И также ВКонтакте выходят такие вот фоточки, фотки, фото,
с этим парнем, которого я рисую. Там тоже лайки можете поставить. Очень интересно, все очень красиво. Что я вам могу сейчас сказать? То, что, ребят, если вы хотите реально сделать систему, то это очень даже будет просто. Под видео все будет написано, вся информация о программах, которые использовались в этой всей штуке. А использовались программы NubuzzCheat версия 1.0 System. Вот она. Вот эта версия. Здесь вот, как и в этой штуке написано, то есть давайте мы даже скопируем это все. Вот как это все выглядело. Так. Вот такая у нас система, то есть мы все делали вот так. То есть я не буду нажимать Enter, потому что сразу запустится у нас эта штука. Так. Вот так это было. Давайте откроем вторую часть. Так, это наша вторая часть. Так, выключаем. Включаем вторую версию. Здесь у нас были эрроры. Все наши эрроры, которые нам пригодятся. Так. Вот так это все выглядело. И третью часть давайте включим. Так, а в нашей третьей части, вот это давайте выключим. В нашей третьей части, вот в этом окошечке, была третья часть. Это скрипты. Копируем скрипты и выключаем, потому что это нам не нужно. Так, все. Вот так выглядела вся система. Как она вообще выглядела, вот видно. В общем, вот так вот можно создать систему вот этой вот всей штукой. В общем, ребят, все здесь написано, все здесь будет. Ну, в общем, что я могу сказать? Вы нажимаете Enter, и сразу у вас создается система. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, и всем пока!